Друзья, всем привет, с возвращением и добро пожаловать на канал Dead Players 813. Сегодня снова играем в Ace Combat 7 мультиплеер, и у нас необычный игрок. Парень явно фанат Call of Duty, и никнейм у него прям подходящий. Так что давайте мысленно воспримем, что реально Ace-ком, этот Виктор Резнов взял и уселся за штурвал истребителя. Что после событий Black Ops он у нас все-таки, скажем так, выжил и сел, сел в кабину истребителя. Что ж, начал он неплохо, пошел ближе к воде. И вот тут он начал просто безумно лютовать. И, к сожалению, я был первый на его счету. Да, парень молодец. Я Виктор Резнов! Вот и только сейчас я заметил, что у них в команде осталось двое. То есть мы играли 3 на 3, а их осталось 2 человека. Один, видимо, слился. Но даже с таким количеством ребята смогли так нормально адаптироваться и выносили нас всех налево и направо. Это, видимо, был Мейсон. Да, вообразим, что его напарник это, образно говоря, Алекс Мейсон, несмотря на то, что никнейм у него, конечно, не такой. Мейсон маскируется. Да, Резнов и Мейсон вместе против нас. Так, это пока что зависит с Мейсоном. Схватки. А Резнов уже тут как тут, уже где-то у меня на хвосте. Ну, разумеется, своего коллегу в обиду Резнов не дал. Боль трудно вынести, правда? Да, этот Резнов вообще такие вещи вытворял, я аж вообще на последнем месте оказался. Ужас! Я понимаю, что, блин, Резнова сбивать надо, у него больше всех очков, ну а соответственно, если ты сбиваешь лидера, то тебе и очков дается гораздо больше. Понятное дело, стараюсь уже безумного Виктора выцепить. Вот только что-то как-то это не получалось. Он хитрый засранец. Как говорилось в Black Ops 2, хитрый Виктор. Ну, он не засранец, так-то он что, маневрировал хорошо. Считаю, мы втроем за ним гонялись, а он нас троих просто уделал под орех. Вот тут вроде бы на хвосте, но нет, уклонился. Все ракеты аж в землю влетели. Ну, видимо, кому-то повезло, и Витьку все-таки сбили. Что ж, пришлось браться за Мейсона. Ну, воображаемого Мейсона, разумеется. Кстати, если кому интересно, в этой игре я использовал самолет Су-37. И, как видите, на нем камуфляж из игры Ace Combat Zero. Белканская эскадрилья Гельф. И вот, Резнов снова появился у нас на радаре, и он снова крутит, мутит, вертит петли. И у него это получается. И хорошо, почему получается. Вот прям не знаю, вообще неуловимый мститель. Тут меня и Мейсон маленько подцапал, ну все, понимаю, кранты. Ну, Резнов-то он и так был неуловимым. Угу. Первый Black Ops. Да, ну я решил, что все, Резнов уже доставать смысла нет, все равно вернется. Давай гнаться за Мейсоном, и вот тебе, пожалуйста, я сбил его. Разочек, но получилось. Однако проблемка, что Алекс Мейсон это дело так не оставил, разумеется. Он начал мстить. Не за Резнова, за себя. Кстати, это был прикольный момент. Летел точно на ракету, но увернулся. Все равно, конечно, стараюсь хитрого Виктора не отпускать. Но Алекс сделал свое дело. Опять слышу чертовы цифры! Надо. Времени остается совсем мало, но при этом мне, слава богу, удалось выйти хотя бы в общем зачете на третье место. Хоть не на последнее, уже хорошо.
Ну, в таких условиях за оставшиеся секунды сделать, конечно, ничего было уже, ну, нереально. Так что все, на этом наше побоище закончилось. Виктор Резнов и Алекс Мейсон сделали свое дело. Радович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Слушай, мне интересно, кто ты был из этой троицы? Кто я был из этой троицы? Из нашей команды? Да. Так, скорее всего, учитывая, что я сбил больше всех очков, наверное, я был Драгович, Браво 1 был Кравченко, Браво 3, ну, наверное, Штайнер. Девушка все маскирует. Да-да-да. Ну ладно, друзья, спасибо за просмотр. С вами были Данила, моя жена. Даша. Канал DDPlayers813. Всем пока.